Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» мы поговорим с вами о размерах холодильников «Атлант», об их ширине, глубине и высоте. «Атлант» – это очень распространенная марка на территории России, очень популярная марка. И, конечно же, «Атлант» представляет очень широкий ассортимент самых разных холодильников. Но, конечно же, они отличаются по своим размерам, по своим габаритам, и нужно быть очень внимательным. И, кстати, перед тем, как вы собрались покупать холодильник, обязательно сначала померите дома размеры, да, куда вы собираетесь ставить холодильник, особенно это касается высоты, потому что некоторые производители могут писать на холодильниках одни размеры. По итогу они могут отличаться. Например, производитель написал, что холодильник высотой 140 сантиметров. Но нужно обязательно померить, потому что холодильник может быть немножечко поменьше, либо немножечко повыше. Например, 142 сантиметра. И для некоторых людей, для некоторых потолков, да, для некоторых кухонь, это будет очень критично. Так что обязательно мерите как дома ваше пространство, так и холодильник обязательно самостоятельно измеряйте в магазинах. Что же касается ширины холодильников «Атлант». Здесь ширина практически одинаковая и составляет она 60 сантиметров. Но она может и отличаться. Некоторые модели могут быть 50 сантиметров, либо 55 сантиметров, но практическое большинство это 60 сантиметров. Точно так же и глубина. Здесь глубина практически у всех холодильников составляет 60 сантиметров. Есть, конечно же, единичные исключения, но практически у всех холодильников «Атлант» глубина 60 сантиметров. Что же касается высоты, то высота уже совершенно разная. Могут быть холодильники и высотой 140 сантиметров, это минимальная высота. Могут быть холодильники и 175 сантиметров, и 180 сантиметров. 180 как бы это является стандартом высоты холодильников, и очень много моделей именно такой высоты, составляющей 180 сантиметров. Но есть холодильники, которые достигают даже 230 сантиметров. Это очень высокие холодильники. Их, конечно же, немного моделей, но они есть. Так что по высоте это уже ориентируйтесь по вашей кухне, потому что моделей разной высоты просто огромное количество. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!